Так и написано. 10 тысяч парижских такси составляли 80% машины этой марки. Вот эти. Да? Вот. Рено в 1907 году выглядело вот так, друзья мои. А вот это... Вот это вообще, наверное, уникальная какая-то. 1908 год. Холсман Ранабаут какой-то. Так. Гарри Холсман. А, это были большеколесные автомобили для плохих дорог. Вот. Интересно. Тарантайка. Но это специально была сделана машина с большими колесами. А, смотрите, а привод как у нее был. Привод вот у нее, через вот этот ремень. Вот на эти колеса. Интересно, конечно. Написано, что потом автопроизводители отказались от такой модели с большими колесами и перешли вот на более привычный нам вид автомобилей. Вот этот мотоцикл тоже по-своему уникальный. А что на нем написано? Короче, не смог я. Это вот автомобиль 1915 года. Брэмстер. Это Кинг серия. Ну, короче, друзья мои, все экспонаты тут уникальны. Вот это самая древняя уникальная модель. Это вот 1886 год. Вот так вот машина. На заре технической революции машина выглядела вот так. У кого сейчас Мерседес? 1886 году ваш Мерседес выглядел вот так, друзья мои. А здесь вот где фотографироваться, вот специально одежда для вот это, наверное, для детей, для мужчин. Можно одеть и сесть туда в колясочку и сфоткаться. Ну, не знаю, это платно, не платно, это я не знаю. Так интересно. Очень интересно. Так, о, вот сюда это что у нас? Вот, 1909 год, интернационал, вот это грузовая машина, интернационал, есть фуры, фрилендер, интернационал, они с капотные, ха, красиво, даже вот по нынешним временам смотрится очень красиво и обаятельно, так и хочется, дрын-дрын. Вот мы опять вышли на площадку. Вот. Ну, я так быстро круговую сниму. Потому что подробное вот этой площадке есть на первом видео. Вот когда откроют авиационный павильон, мы туда тоже сходим, друзья мои. Это уже вот наша современная техника. Вход в павильоны, друзья мои, 300 рублей.
детям, инвалидам и кого льготы, тем по 100 рублей. А вход вот сюда на площадку в музей бесплатный. Можешь ходить, гулять с детьми. По вот этим танкам можно, как бы дети лазят, ничего, никто ничего не говорит. Только я это сказал, и табличка написана: на экспонаты не лазить. Ну, я видел, дети лазят, никто не ругается. Особенно 9 мая тут будет все. Тоже придем, здесь походим. Тут концерт будет, каша. Станция с этой стороны выглядит вот так вот. Вот. Даже бронепоезд. Но все как бы отдельная тематика каждого поезда. Вот эти танки все на ходу. Их сначала восстанавливают, они заводят, и они своим ходом сюда приезжают. Ну, сейчас их красят, реставрируют ко Дню Побед. Друзья, на этом мы заканчиваем свой репортаж одного из лучших военно-исторических музеев в мире, друзья мои. Вот. Кому было интересно, есть еще первые две части. Можете посмотреть. Все. Пока-пока, друзья мои. Рад, что вы посмотрели. Все эти наши видео посвящены преддверии 9 мая, друзья мои. Все. Пока-пока.